Давайте подобрали быстрее, кутец подходит. И... Вот именно так встречают рассвет на Черном море сочинские рыбаки. На часах 6:30, а у нас уже целое судно рыбы. Евгений – коренной сочинец и потомственный рыбак. С детства был влюблен в Черное море и, как он сам говорит, рыболовство впитал с молоком матери. Самый первый выход в море был в 2 месяца на руках у мамы, а когда Женя подрос, стал помогать отцу. Это не то, что работа, ты этим живешь, ты получаешь от этого удовольствие, ты выходишь в море, да, и можешь насладиться рассветом, посмотреть на дельфинов, покормить их. А здесь своя жизнь, здесь все по-другому. Работа у рыбаков сезонная. Основной улов приходится на весну и осень. С марта по апрель ловится камбала. С конца октября по декабрь – барабуля. Если рыбалка занимает примерно 2 месяца, то подготовка к сезону может растянуться и на полгода. Хлопот много. Устанавливаются, а потом и демонтируются неводы в море, обновляются и ремонтируются судно, обучается экипаж. Нашей съемочной группе повезло попасть в самый интересный период – ловлю барабули. Начался сезон промысел барабуля. В этом году рыба пошла, в принципе, вовремя, но пока ждем основного удара. Только-только начинается. Уловы небольшие, пока по 100-200 килограмм, но для этого времени это очень даже неплохо. Спасибо. А хороший сезон это у вас сколько? Хороший, ну, это за сезон надо нам выловить. Порядка 50 тонн рыбы на бригаду. Ну вот и последний улов за день. В невод попало 50 килограммов барабули. Как говорят сами рыбаки, очень даже неплохо. В общей сложности за день получилось 300 килограмм. Свежая рыба промывается и отправляется на базу. Там она проходит ветеринарный контроль, перерабатывается, часть рыбы вакуумируют, а часть свежего улова отправляют на ярмарку и по сочинским ресторанам. Чтобы жители и гости курорта смогли насладиться изумительным вкусом осенней свежей барабульки. 5 лет назад мы запустили проект «Фишинг Сочи», целью которого является довести, насытить, наверное, сочинские прилавки свежей рыбой. Задача является поставлять свежайшую рыбу к столу нашим клиентам. Мы в Сочи ловим свою рыбу. У нас в стране, наверное, больше принято рыбу замораживать сначала, а потом реализовывать. И свежего качественного товара, к сожалению, не найти. Действительно, свежая рыба, только что выловленная в море, обладает неповторимым вкусом и ароматом. Впрочем, сочинцы, а теперь уже и многие туристы, знают, где же в сезон осенней ловли взять свежие барабули. Как говорят продавцы на ярмарке, утром она еще плавала. Чтобы было по-настоящему вкусно, надо знать простое правило. Выбирать надо сочинское, ведь в этой золотистой рыбке есть все – и море, и солнце, и любовь.